Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, нам надо заниматься. Я думаю, что многое в мире меняется. Хотелось бы одному плакать, второму смеяться. И все-таки надо идти вперед, потому что и только повлиять мы можем на мир именно этим занятием. Итак, глава Тазри, следующая за ней Мецара. Обычно они читаются вместе. В этом году Высокос не читаем отдельно. Что их всех объединяет вместе? Что общее вообще между словом Тазри и Мецара, так сказать, вообще то, что мы сейчас изучаем? Здесь есть глубокий смысл, и человеку, который написано, находится в плачевном состоянии духа, как бы показывается, что всегда можно начать сначала. Никогда нельзя думать, что у вас со мной уже все там. Это не так. Обратите внимание, как называется человек в иудаизме? Не человек разумный, это придумали люди сами себе, льстят. На самом деле называется человек, существо говорящее. То есть человек отличается от всех тем, что говорит. И вот эти две главы, они изучают все, связанное с ртом. Что в него входит? Это кашрут, мы изучаем, что можно вкладывать в рот. А что выходит, это вот наш язык, наша болтовня, законы вот выхода изо рта тоже изучаются в этой недельной главе. Вот и все. И как для человека это важно. Человек это как бы высшая, последняя ступень эволюции. И поэтому нам очень важно, что с ним делать. Говорил такой Раби Элазар бен Парта. Если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай. Из-за чего? Из-за разведчиков. Разведчики неплохо говорили о стране Израиля. До этого наши предки согрешили в пустыне, написано 9 раз. И все им прощалось. А приговор умереть в пустыне был вынесен только за злой язык. Написано, что на Ниве воспринимают, вот, как нам казалось, кого-то там, ну, рассказал, что-то они так, то-то. На Ниве это очень плохо воспринимают. Совсем плохо. Обратите внимание, говорится человеку, что даже комар был создан раньше тебя, но ты создан последний. О чем тут разговор? Причем тут комар? Там? Даже комар отличается, так сказать, тем, что имеет какой-то минимальный, наверное, разум или еще что-то. Если он пользуется им к добру, например, что-то сделает, там, человека не укусил, там, он уже что-то хорошее сделал. Так вот, у человека есть язык, есть зубы. Да? И когда мы их сдерживаем, когда мы в какой-то момент не даем силу своему языку, мы становимся выше ангелов. А для, если мы используем речь для пустословия, сказано просто болтовни, человек разумный, да? Человек говорящий, то есть слово говорящее вычеркивается, мы становимся животным. Более того, человек уступает животному, животное достаточно приспособлено к этому миру, а человеку надо потрудиться, хотя он становится венцом сознания только когда поступает так, как Творец ему предписывает. Есть еще очень интересная вещь. Все это вместе связано с обрезанием. В нашей недельной главе много говорится об обрезании. Так вот, в книге пророков есть интересная Иошуа. Есть, кто может, надеюсь, читал. Напиши, соверши опять обрезание евреям, говорится пророку Иошуа. Что значит опять обрезание? Понятно, что если кто-то не успел сделать обрезание по причине, там, какое-то надо делать. Но почему все евреи второй раз обрезать вроде как не положено? Так вот, оказывается, имеется в виду, и вообще речь идет всегда о том, что есть два обрезания. Первое – это обрезание, которое делают новорожденным или тому, кто не успел позже. Второе – неограниченное по времени. И его, это называется обрезание сердца. Написано, вытащу каменное ваше сердце и вставлю человеческое. О чем разговор? Сказано и указывает, что у каждого человека, да, есть два сердца. Одно каменное, да, второе человеческое. И вот их соревнование внутри нас и определит, что есть человек. Вообще, человек это существо, стремящееся к счастью. А что такое счастье? Наши мудрецы говорили, что Бог, вот единственное настоящее счастье, это когда человек понимает одно, что Бог дает человеку все, что тому изначально причитается, и ни грамма больше. У каждого из нас есть свой выигрыш или проигрыш, строго отмеренный в Рош ха-Шана. Обмен или похищение судьбой с какой-то чужой судьбы, чужого невозможно. А если все-таки это получается у кого-то там кусочек, ты потом вернешь. Вернешь то, что получил лишнее нам, не дай бог, на адвокатов, на врачей, на что угодно. Итак, написано в Талмуде, Раби Моше Сойфер,
Что же, где же надежда у нас? Где же у нас надежда? Вот смотрите, тут нельзя, так не то, там мы все ошибаемся. В чем надежда? Надежда в нашей недельной главе. Написано, что когда человека полностью тело поражено проказой, он здоров. Что это такое? Это не совсем понятно. Так вот, если болячки на теле, полностью уже видно, что человек сам не справляется с болезнью, как бы, если все приходит, ну тогда Бог сам вмешивается и вылечивает человека или человечество. Так и с нами сейчас, по-моему, происходит. Мы с вами уже довели ситуацию до того, что сами мы не можем. Мы белые, как прокаженные сверху донизу. И не знаем, что с этим делом. Но Бог знает, и Он предупредил. Я приду вовремя и спасу вас, даже если вы не сможете вылечиться. Но это не значит, что нам нельзя делать или не нужно делать ничего. Для того, чтобы Бог нас услышал, надо хотя бы, чтобы наш рот не был загражден лишним. И сердце, вот это каменное сердце он не слышит. Брахава от слаха.